Депутаты окружного совета депутатов от «Единой России» Татьяна Одинцова, Вячеслав Киреев и Владимир Виницкий проверили соблюдение мер безопасности в культурно-досуговом центре «Истина» в Кубинке. Его посещают все возрастные категории граждан. В здании есть возможность принимать инвалидов-колясочников, людей с патологией опорно-двигательного аппарата, а также с нарушениями зрения и слуха. Кроме того, депутаты проверили соблюдение мер пожарной безопасности и пропускного режима.